В России нет ничего невозможного, кроме реформ. Быть эгоистом – это не значит жить, как тебе хочется. Это значит просить других, чтобы они жили так, как тебе бы хотелось. Пусть судьба растопчет меня, а я посмотрю, не будет ли ей стыдно. Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет, а чувство юмора, чтобы утешить тем, что у него есть. Лучший совет: проси у себя, пусть божеством будет совесть твоя. Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни в тайне. Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому. Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни. Важно не то, кем тебя считают, а то, кто ты есть на самом деле. Стыду научить нельзя, с ним нужно родиться. Если мудрец попадает к глупцам, не должен он ждать от них почета. Если глупец своей болтовней одолеет мудреца, это неудивительно, камнем можно расколоть алмаз. Неверного ты другом не зови, изменчивый, достоин ли любви? Знать меру следует во всем, везде, знать меру надо в дружбе и вражде. Каждое поколение уверено, что именно оно призвано переделать мир. Мое, однако, уже знает, что ему этот мир не переделать. Но его задача, быть может, на самом деле еще величественнее. Она состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть. Демократия – это не власть большинства, а защита меньшинства. Умереть все равно придется, эта чаша вас не минует. Зачем же уходить из зала, не досмотрев спектакль до конца? А вдруг пьеса, в которой, между прочим, каждый исполняет главную роль, еще удивит вас неожиданным развитием сюжета? Чему быть, того не миновать, а побарахтаться в любом случае стоит. Судить о народе следует по его лучшим, а не худшим представителям. Не бывает интеллектуальных шлюх. Проституция – знак слабого интеллекта. Когда боль отпускает, жизнь кажется великолепной, даже без денег, без друзей, без грандиозных замыслов. Всего лишь легко дышится, гуляешь себе без всяких там спазм и судорог. Мы должны нести свет, а не искусственное освещение. В мире есть люди-первооткрыватели и люди, плывущие по течению. Вторые критикуют первых. Но если бы не было первых, жизнь вторых застыла бы на месте. Деньги не меняют человека, они просто снимают с него маску. Если человек сам по себе был эгоистичным,
или нетерпеливым, или жадным, деньги просто покажут это, вот и все. Я никогда не говорю: «Мне нужно, чтобы вы это сделали». Я говорю: «Мне интересно, сумеете ли вы это сделать?» Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, просто у них каждый день другой характер. Единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Величие мира всегда находится в соответствии с величием Духа, смотрящего на него. Добрый находит здесь на земле свой рай, злой имеет уже здесь свой ад. Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, общаясь друг с другом, становятся дикими. Истина настигает лжецов и лжесвидетелей. Взаимную беседу следует вести так, чтобы каждый из собеседников извлек из нее пользу, приобретая больше знаний. Мы всегда должны помнить о смерти и стараться жить так, чтобы наша смерть никому не доставила радости. Женщины – это одно, а женщина – совсем другое. Можно все знать о женщинах вообще и ничего об одной единственной. Дурная привычка, от которой труднее всего избавиться, это привычка давать советы. Продолжайте учиться. Узнайте больше о компьютерах, ремеслах, садоводстве, о чем угодно. Никогда не оставляйте мозг в лености. Праздный мозг – мастерская дьявола, а имя дьявола – Альцгеймер. Я не боюсь высоты, зато я очень даже боюсь упасть с высоты. Недавно я понял, для чего нужна электронная почта, чтобы общаться с теми, с кем не хочешь разговаривать. Первое, что необходимо сделать, избавиться от иллюзий о принце, который найдет, подхватит на руки и понесет над превратностями судьбы. Со временем мужчине надоедает тащить, и ты падаешь, как тяжелый чемодан. Чтобы избежать печальной участи брошенного чемодана, женщина должна сконцентрироваться не на поиске мужчины, а на собственной мечте. Проще всего начать что-то новое, когда вы разочарованы в старом. Когда понимаете, что у вас есть и силы, и храбрость, и ум, а среда не позволяет добиться желаемого. Когда справедливость исчезнет, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. Женщины очень участливы, добросердечны и сострадательны. Прекрасное они предпочитают полезному. Один смотрит в лужу и видит темную воду, а другой – отражающиеся в ней звезды. Право – это воля правящего класса, возведенная в закон и принуждаемая к исполнению государственными механизмами.
Никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть принужден подчиняться законам брака, раз он вступил в брак. Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия. Единственным критерием истины является опыт. Работа над произведением искусства никогда не может быть закончена, а может быть только заброшена. Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую чувствуют. Женщина – это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить – сиди и дружи. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку, надо, чтобы он в ответ подал свою. Ничто не ранит так человека, как осколки собственного счастья. Самое неизлечимое горе – горе воображаемое. За новыми впечатлениями больше всех гоняются те, кто не знает, что делать со старыми. Немало нужно знания, чтобы уметь скрыть перед другими свое незнание. В наши дни проливаются моря крови, и лишь по той причине, что одни люди верят в одного Бога, а другие – в другого. Человек, желающий исповедовать добро во всех случаях жизни, неминуемо погибнет среди множества людей, чуждых добру. Из чего следует, что правитель, желающий сохранить власть, должен научиться отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по необходимости.